Усаживайтесь поудобнее, потому что нас ждет долгая напряженная каточка на Меркавке 3. Третья Меркавка, игрок под ником Wonderworker. И поехали. Что у нас будет сегодня происходить? Ну, в целом, хороший бой для Меркавки. Это восьмерки и семерки. 15 на 15. Ну и пока разъезды. Напоминаю, если у вас есть хороший реплей, то присылайте их мне. Под видео в описании есть ссылочки на ВК, Дискорд. Теперь уже Телеграм, хотя не знаю, как там через Телеграм это будет выглядеть. Но, в общем, присылайте сам файл реплея и скриншоты результатов боя. В сегодняшней каточке нас ждет ответ на вопрос, как нужно сыграть на Меркавке, чтобы заработать 4 ордена. Это те самые, как они там, красные, по-моему, да, красные флажочки, самые топовые. В общем, разъезд довольно-таки, ну, с одной стороны, не какой-то сверхъестественный, но сюда уже частенько просто-напросто не катаются. Хотя здесь есть смысл, ну как, здесь есть смысл сюда приезжать и поджиматься, когда есть поддержка союзников, иначе обычно с той стороны противники толпой давят, и нужно быть аккуратным в этом плане, но он со взводным тем более, в общем-то, все нормально. Подъехали, сразу же напугали противников, которые из-под моста чуть повысовывались, повыгребали немного плюх и дальше уже не едут. С другой стороны, как развивать дальше события здесь, на этом фланге? Потому что если вот сейчас вперед начать ломиться на них, то о, как тебе с трассы-то поприлетает, ну как бы вряд ли ты успеешь доехать даже на жирной Меркавке. Поэтому нужно определенно здесь отыгрывать как-то максимально аккуратно, далеко первое время не подставляясь и ждать какой-то возможности. Ну опять же, по-хорошему, если союзники продавят первую, вторую линию, вот тогда самое то ворваться и поджать их. Но как бы пока такого варианта нету, пока он думает, видимо, как это все дело развивать. В это время внезапно Абрамс решает поджаться, получает одну плюху, вторую плюху, прям идеально залетает, уже вроде бы заехал за угол. Но и тут уже становится интереснее, теперь уже есть с кем поперестреливаться. Правда, нужно это делать как-то осторожно, не подставляясь под Абрамса. В принципе, Абрамс... Ой, тут вообще шикарно, просто 90-ка выцеливает. И тут еще сразу же дает Абрамсу четенько. Абрамс пытается бортом как-то танковать, но ничего из этого хорошего не получилось. С поджогом отправляется в ангар. И вот теперь становится интереснее, как бы здесь уже вроде получается, что получше ситуация, противников поменьше, но, как видите, сразу же с трассы начинает лететь, не рискует заезжать, хотя, в принципе, он фуловый, плюс еще есть Офелия, но союзников постепенно начинает, союзники дохнуть, уже 10-12, их там на первой, второй, на нулевой линии давят. И, ну, как бы стоять здесь просто не вариант, иначе дождешься и просто приедут к тебе сзади. Поэтому все-таки он решается, да, как-то немножко поагрессивнее сыграть. Опять же, да, пытается, вроде тут попытался вперед поехать, но увидел, что союзнику сразу прилетело сбоку. Не решился пока ехать, там есть кого, тем более союзник, кстати, на Меркавке все-таки там поджался. И вот по-хорошему ему надо было тоже заезжать за Меркавкой именно по тому радиусу. В принципе, там можно было кинуть одни дымы и успеть поджаться. Туда дальше вглубь проезжаешь, и уже тебя с трассы не разбирают, вот как вот эти как раз парни и делают. И в принципе у Меркавки получилось союзной заехать туда. Она, правда, еле живая, но она там продавила и забрала, прости, последнего противника. А тем временем постепенно противники те самые начинают уже поджимать со всех сторон, начинают уже практически окружать. Счет 7-9, и они абсолютно везде, кроме как вот в порту их нету, где и находится основная группа зелененьких. Как-то вот, и как бы, да, самый главный вопрос тут, видимо, сейчас у него тоже в голове было: так, и что делать, и куда вообще ехать, как бы с какой стороны их принимать. И он решает все-таки поддавить именно вот эту трассу. Там с той стороны Меркавка как раз проезжала, через их базу заезжает, и он, видимо, думает, как раз хороший вариант сейчас поехать. Здесь уже просто начинает сыпать и от минометов, и АМХ вылазит, высовывается, настреливает. Здесь же еще и Кашка получает сразу плюху. В это время Меркавка тоже поддавливает их, но ХПшки остается все меньше и меньше.
И нужно быстрее поджиматься. Здесь, конечно, стоять не очень хорошая идея. Нужно быстрее поджиматься под саму трассу. Тогда будет полегче. Тогда хотя бы не будет тебя расстреливать не пойми с какой стороны. Тем более там еще союзник живой есть. Нужно поджиматься, светить ему, чтобы он хоть как-то смог от дымов там пострелять, что ли, напоследок хотя бы перед тем, как уже отправиться в ангар. И тут выясняется, что НМК с левой стороны, с правой стороны СВИшка. Нужно очень быстро поджиматься и разбирать всех, кто здесь есть поблизости. Вот она как раз есть Кашка, нужно падать на НМ-ку. Кашка стоит, кого-то там пытается зацелить, видимо, как раз его. И в это время получает вторую плюху в ангар. НМ-ка начинает сбоку стрелять, там еще сбоку прилетает. И счет 2-7. Залетает быстренько на НМ-ку. Немножко этот счет уменьшает, уже 2-6. И в принципе... как бы проблемки, потому что союзник один единственный на 80-ке, и в него просто нужно дунуть, и как бы он поиграет. Тут внезапно вырисовывается прям между ними откуда-то СВИшка с барабаном, сразу получает выстрел. Откуда она здесь, как она мимо 80-ки вообще проехала? 80-ка куда-то просто уезжает, он даже не видит эту СВИшку и не собирается особо как-то, судя по всему, помогать с ней. СВИшка подумала, что он с той стороны будет заезжать, но он заезжает ей просто в лоб, она не успевает уехать, естественно, получая небольшую плюху, разбирает. Тут же подлетает еще Мефисто. Мефисто выстрел, второй не получается, уже пошла перезарядочка. Нужно заряжать барабан, в это время 80-ка хотя бы еще тоже живет. Опять же, видишь картон, тем более шотный, нужно быстро его давить, не стоять на месте и... поддавливать. И вот она еще высовывается с другой стороны. Аймиксина отлетает, пыталась добить 80-ку союзную. Счет уже 2-4, становится полегче. Мефисто никуда не уехал, все еще пытается там как-то добрать его союзника шотного, хотя не, я не знаю, что там ему мешает. На самом деле это очень легко и быстро можно было бы сделать. С другой стороны едет еще одна СВИшка, СВ-90. И фиг знает куда ехать, но... решает, да, вовремя именно в эту сторону поехать на CV, потому что CV явно залетает, чтобы быстренько добрать 80-ку, просто в дымах куда-то теряется, 80-ка начинает переезжать, и нужно быстрее, и как раз она успевает все-таки союзника добрать, нужно быстрее догонять ее, пока она не уехала. Все это дело будет прикрывать еще и Мефисто, где-то катается непонятно где уже долгое время БМД. Нужно быстрее добивать шотников. И вот он как раз CV, идеально, плюха, минус. Мефисто в дымы уходит, но сразу же получает. И это тоже минус. 7 фрагов собрано, 11,5 домашки. И остается разрешить один вопрос. Это BMD 2M. В принципе, хпшки там осталось немного. Но попробуй ее, во-первых, найди. Во-вторых, ну он, видимо, опять же, сразу этого не увидел. Его еще ждет награда в виде АФКшной, как раз АФКшной НМ-ки. И вот она БМДшка залетает, очень не вовремя появляется. Здесь есть хороший шанс добрать, быстренько догнать ее и добрать. И каточка будет сделана. Но БМДшка довольно шустрая, она моментально теряется. И, естественно, с ее незаметностью и обзором теперь еще ее нужно найти. Переваливается через трассу, может быть, БМДшка начала крутить сюда, но БМДшки... как назло, здесь нету, она успевает куда-то исчезнуть и... хотя нет, вот она начинает как раз его отстреливать турами. Первый птур в КАЗ, второй птур не залетает. Как везет ему, 69 хпшки, да, теперь примерно понятно направление, куда переехала БМД. Она впереди, нужно ее давить, пока тем более не очнулась эта НМ-ка. Если еще и НМ-ка фуловая очнется, то будет не очень-то приятно, но в целом, с одной стороны, здесь хпшки еще 200, то есть плюс Офелия. БМД можно развалить. С другой стороны, у БМДхи очень жесткие туры. Там практически по 1000. Как раз 2 птура и раз-раз, и у тебя хпшки нету. Ну, хотя с другой стороны, КАЗ, если КАЗ успеет перезарядиться, то первый птур идет, по крайней мере, в него. И вот начинается самое, да, самое тяжкое, что может быть. Это погоня за оставшейся одной ББМкой, когда ты на ОБТ. Ты можешь кататься, как-то пытаться резать углы, но опять же, вот она уже откуда-то стреляет сзади. Что происходит? Куда она переехала? Куда она, пока ты сейчас будешь к ней ехать? Ты примерно понимаешь, откуда сейчас летел птур, но опять же, ты начинаешь пока туда ехать, она может переехать в другую сторону. Конечно, все сильно зависит от того, насколько
грамотная ББМ-ка, то есть, в принципе, ББМ-ки некоторые подставляются, сразу же на тебя там летят и отлетают в ангар. В принципе, есть и такие, но есть те, которые понимают, как нужно пользоваться незаметностью, и вот уже летит откуда-то слева от этой БМДшки. И, в общем, он, наверное, ну, вот в этот момент он решает, короче, ну нафиг ее гонять, искать. Есть база, причем она не центральная, захватить ее можно быстрее. Поэтому он решает подъехать именно на захват, и, в принципе, хороший вариант. Там, правда, конечно, еще нужно грамотно стать, чтобы хоть немного уменьшить количество вариантов, откуда тебе от этой БМДшки может прилететь. Но время есть, почти 5 минут, уже чуть меньше 5 минут. И единственный какой вариант здесь неплохой есть. То есть, видите, площадка полностью открытая, слева, справа, в общем, откуда можно пересвечивать, откуда угодно. Но здесь есть вот такие замечательные цистерны, которые, как минимум, тебя могут защищать в плане незаметности. То есть, ну, вот с этой стороны, не знаю, ну, то есть он стал защищаясь от трассы, но его вот со всей стороны песочка, их респа, в общем, как раз может БМДшка расстрелять. Хороший вариант, я как-то себе подсмотрел тоже, это заезжать между ними, то есть ни в коем случае не ломать, не взрывать их, между ними прям заезжаете, становитесь, и с некоторых сторон тебе даже ББМка не высвечивает. Я так уже попадал на такие ситуации. То есть я думаю, блин, да что за фигня, вот же открытая площадка, где противник, почему он не светится? Но он стоял как раз между ними, их в принципе можно взорвать, и тогда они поменьше будут прикрывать, но в любом случае они тебя очень неплохо могут прикрывать со всех сторон. И тебе останется вопрос только, откуда он подъедет, спереди или, может быть, сзади. Есть, конечно, и такой вариант. Ну, в общем, откуда приедет БМД, целая тонна вариантов. И вот он как раз... Wanderer Worker катается башней, вертится, пытаясь примерно хоть предугадать, откуда он сможет подъехать. Но в принципе БМД может это делать аккуратно, очень незаметно. Ну, тут самые лучшие варианты, это, мне кажется, вот со стороны их респа, вот с этой зелени. Может быть, там, конечно, какие-то низинки, из-за которых не будет видно, но там в любом случае есть холмики, откуда можно просветить. Можно подъехать из порта, в принципе, там тоже дистанция довольно-таки неплохая. Незамеченным подъезжаешь, кидаешь ПТУР и сразу же теряешься. Можно, в принципе, отсюда и с трассы досветить. На самом деле, вот там, где он стоит, как раз вот с самого краешка трассы, где вот подъемчик идет, можно и оттуда. Но нет, БМДшка, вот она как раз высвечивается уже без ХП практически. Сбивает захват с автопушки и начинает уезжать. Куда? Лево-право, лево-право. И здесь приходится гадать. Либо она уедет по порту, либо по респу, выскакивает из-за поворота, здесь ее уже нету. Опять же, куда она успела уехать? Либо налево уехала, либо направо. И тут начинаются гонки, времени остается уже немного. 2 минуты, нужно БМДшку эту уже находить, потому что, скорее всего, захват ты не успеешь уже сделать. И опять же, она успеет подъехать, она подождет, она потом где-нибудь выскочит, собьет с тебя захват и уедет. И вот это, конечно, будет обидное поражение. Но, судя по всему, да, судя по всему, он не угадывает с направлением, куда переехала БМД. БМДшки здесь нету. Остается уже меньше 2 минут. И причем все так же он еще АФКшника так и не увидел. Хотя бы можно было бы добрать АФКшника. Но пока пытается найти эту БМДшку. И тут внезапно вот она как раз вырисовывается прямо перед ним. Идеальный тайминг. Стреляет в дымы, не попадает. Нужно быстрее догонять ее. Если опять сейчас ее отпустят, то все, уже не догонит. Остается 1,5 минуты до конца боя. Но БМДшка все-таки высвечивается в последний момент. И тут уже дистанция маленькая. Судя по всему, БМДшке уже не уехать. И вот она высвечивается, дает выстрел. И таки добирает этот важный фраг. Здесь он уже как раз видит, что что-то как-то бой не закончился. Как бы бой-то не закончился до сих пор. Все еще нормально, я все еще в игре. И вот она как раз высвечивается, НМ-очка. Последние плюхи отправляются НМ-ки. И это вытащенная каточка. Причем еще 1700 хп осталось. 9 фрагов, почти 14 тысяч урона и 4 ордена. Ставим лайкосы за такую катку. Присылайте свои реплеи. Всем пока.